И снова всем привет, мои дорогие, любимые подписчики и гости моего канала. С вами снова я, Мария, и на очереди у нас прохождение игры Poppy Playtime эпизод 2. Мы с вами прошли с большим, правда, трудом испытания длинноногой мамочки «Ударь мини-обнимашечей». И теперь у нас осталась на очереди последняя, третья игра, к которой мы, собственно, должны прийти. Так. Сейчас нам нужно подняться наверх. Так. Ну-ка. Не получается у меня, ребят. Ну-ка. Сложновато играть, ребят, с мобильной версией. Наверное, с компьютерной было бы попроще. Так. Ну-ка. Давай. Ну, давай. А, вот, тянуть. Так, мы поднялись. Так, хорошо, мы поднялись. А теперь, ребят... Блин, придурок! Ладно, хотя бы не убили, спасибо. Так, делаем то же самое. Так. Да блин, чё я так уважаю-то, ребят? Наверное, ребят, знаете почему? Потому что я еще вот буквально недавно, вот буквально только что закончила прохождение, ну, младенчика в желтом, черная кошка, и, наверное, еще немножко, скажем так, в шоке от увиденного, поэтому немножко не собранная тут. Ну, скажем так, иного варианта я не вижу. Давай. Поднимай вверх свой взгляд. Ой. Ну, тоже неплохо. Так, статуэтка. Главное не свалиться. Стоп, а где... А где статуэтка? А, вон она, вижу ее. А главное не упасть. Так. Так, отлично. Статуэтка с нашей розовой пушистой подружкой. С мисс Поцелуйкой. Так. А, конфетный котик. Держи 5 конфетный котик, обормотик. Ам-ням-ням, покорми еще. Ам-ням-ням-ням-ням. Больше конфет. Прикольно. Хорошо, не надо больше конфет. Мой животик полон. Хорошо. Как скажешь, котик. Идемте дальше. Ой, ребят, наверное, у нас сейчас будет не очень-то простая миссия с ведром. Ну да, вроде как его зовут мистер Барри. Так, энергия — это сила, ну да. Да-да-да, я, ребят, я еще помню, что тут в ПК-версии, когда игра только вышла, тут еще глюк какой-то был. Так, идем. Так, то есть нам надо ведро притащить вот сюда и пробить этот барьер. Только сначала надо бы это ведро найти. О! Это же наша подружка! Миссис Поцелуйка. Мисс Чмоки. Здравствуй, целовашка. Какая ты милая. Ты совсем не такая, как твой синий братец. Ты милая. И смотрите, она нам дверь открыла. Она добрая. Куда же ты? Смотрите, открыла дверь и ушла. Эй, пойдем со мной. Не, куда ты? Я хочу с тобой пойти. Хорошо, когда у тебя есть большой друг, который, типа, защитить тебя сможет. Так, ну и... А, мы автоматически, типа, И смотрите, она пропала. Мы вроде не так медленно шли, бежали, а она пропала. Она, видимо, телепортироваться умеет. Вот честное слово. Эх, жаль, что она ушла.
О, а вот и ведро, которое нам нужно протащить. Его зовут Барри. Ну, пойдем, Барри. Все время забываю, что чтобы тянуть, тут надо, ну, в общем, удерживать. Так, погодите, что? А? Че? Ребят, мы в ведре. Мы стали игрушкой. Смотрите, ребят, мы в ведре реально застряли. Смотрите, что происходит. Мы застряли в ведре. Придется с последней контрольной точки начать. Вот, ребят, проговорила про глюки. Вот глюк и случился. Ну, хотя бы спасибо, не надо опять всю ту процедуру с прыжками повторять. То есть хотя бы отсюда началось. Сейчас мы снова, ребят, полюбуемся на нашу розовую подружку. Вот, ребята, осторожнее. Вот кто же знал, что надо было отойти? Смотрите, а звук такой же, как если когда обнимаш выходил. Вот точно такой же. Помните, да, кто первую часть проходил? И на канале у меня она есть. Смотрите, она нас даже рассматривает. Да, каждый типа такой, ты милый. А вот, ребят, как думаете, это реально была, ну, доброта, помощь? Или это какой-то часть, типа, хитрого, коварного плана? Типа, почему она нас не убила, а просто ушла? Подожди, я за тобой. Видите, она исчезла. Так, ну сейчас, ребят, я не повторю этой ошибки. Я не буду стоять у этого ящичка на его пути. А то он опять, видите, он нас впечатал, и мы в него вошли. Ой, зря я, наверное, это сделала. Он мне сейчас мешать будет. Так, угу. Ну-ка. Так. Так. Ну-ка. Угу. Ну-ка. А в смысле, а чё? Зеленый, что ли, обязательно? Ну ладно. Так, хорошо, теперь сюда. Так. Так, мне надо где-то энергию взять. А, вот же она, господи. А, нет, это наоборот, чтобы энергию получить, а... То есть доставить сюда. Так. Надеюсь, я успею. Да зачем ты, придурочный? Блин, я думала, я опять застряла. О, я могу своим телом его толкать. Вот это открытие, ребят, скажите, а? Так, подождите, он у меня еще действует? Все, прекратила. Вот только проговорила, называется. Ну, хотя бы на этом спасибо. Вот видели, зачем он пригнулся? Надо было просто обойти этот рычаг. Так. Угу. Так. Куда теперь? Ну, давай бегом, пожалуйста. Не успела. Ну, конечно, как же без этого? Ну, хотя бы спасибо, тут есть вот эта шахта. О, видите, тут нет кнопки присесть. Наш герой автоматически приседает. Ну ладно, тоже неплохо. Не супер, конечно, но неплохо. Так, теперь, ребят, делаем все быстренько. Да не надо. Так. Ну давай, ну. Ну что ты тупень-то такой? Ну сейчас опять.
Не успеем. Эх, ребят, ну чуть-чуть, видели, чуть-чуть осталось, чуть-чуть. А я чувствую, сейчас будем тупить на этом моменте. Очень неудобно, ребят, с ПК. То есть, наоборот. С мобильного, то есть. Так, бежим. Дятел. Ой, дятел, блин. И чё? И чё предлагаете мне делать? Так, погоди, тут кассетка. Смотрите-ка, лицо показали. Это, видимо, один из рабочих фабрики. Так, а, точно. Какой у него голос смешной, да, ребят? Короче, видите, он рассказывал, что типа видел большущего страшного монстра, а ему не верят. Типа мы не монстров делаем, а игрушки для детей. Типа как игрушки могут быть монстрами? Ну, видимо, как-то могут. Так, а тем временем у нас открылись следующие ворота, и надо открывать дальше. Так, вот сюда я так поняла теперь. Так. Тут еще непонятно ни черта, ребята, если честно. Угу. Погодите, ребят, я туплю. Уж простите мне мою тупость, но я туплю. Я хочу кое-что проверить. Ясно, сюда нельзя. Здесь вообще бесполезное гнездо. Так, ну мы можем эту тележку вот так двигать. Просто тупо своим пузом. Уже типа надо обе сразу подзарядить одновременно. Не зря же они тут два друг на друга такие смотрят.
Возможно. Как бы, чем скорее, тем лучше. Давай, беги ты, идиот. Ой, ребят, как сложно. Я говорю, на компе, наверное, легче было бы. Не, ну я так не успею, ребят. Что это такое вообще? Я так ни шиша нигде не успею. Так, давайте попробуем руку подержать. Почему у меня не получается? Типа мы не можем два гнезда одновременно запитать? Или как? Смотрите, серьезно, мы не можем. А что делать тогда? У меня что-то ощущение, что надо как-то сюда попасть, но я не знаю как. Да уж. Таких неразгадывательно-загадывательных тайн еще не было. По-моему, ребят, мы себя в ловушку загнали, вам не кажется? Коридор. Коридоры для корзин. Но, по идее, все указывает на то, что надо типа сюда и сюда запитать. Но я не понимаю. Ну-ка. И чё? А дальше-то как? Ну, смотрите, оно не запитывается больше. Это опять глюк или что это вообще? Ну-ка, давайте попробую. Оно со всеми так работает или только здесь? Да, серьезно, оно не работает. А как тогда? Не понял. Вот там-то, наверное, тоже проход не просто так. Ведь правда? Или просто так, или как? Не для красоты, наверное. Я посмотрела в интернете прохождение этой именно версии мобильной от другого ютубера. И я поняла, что, наверное, да, вот эта штука-то, это же тоже гнездо запитания. То есть отсюда тоже электричество можно брать. То есть у меня догадка, можно сказать, в какой-то степени подтвердилась, что, ну, не просто оно здесь так. А теперь, ребят, вот как делаем. Смотрите.
Так, давайте быстрее, пока электричество не закончилось. Так, подождите, нет, не так. То есть, ребят, ну вы поняли, как-то вот так надо сделать. То есть мы сначала запитываем вот здесь. Давайте максимально руку тянем. Так. Так. Так, давай бегом. Так. Да блин. Так, теперь вот тут берем. И вот тут. Ну. А что не получилось? Ладно. Раз не получилось, пробуем еще раз. Короче, ребят, ну вы поняли, вот так как-то нужно сделать. То есть, да, нам нужно запитать два гнезда сразу, но особым образом. Так, бегом. Вот этот прицел очень тяжело наводить. Бегом! Так, а, нет, оно не закроется. Ну, хоть на том спасибо. Так, вот не надо сейчас только глюков с этим, с вхождением в корзинку, типа. Так, теперь толкаем ее. Толкаем, толкаем. Толкаем. И, увы, но нам придется сейчас этой корзинкой, можно сказать, попрощаться. Вот немножко подглюкивает, ребят, вы уж меня извините. И цвета такие прям супер яркие, сочные, насыщенные. Я бы сказала, даже кислотные вот. Так. Прощай, Барри. Ты был хорошим. Прям день разрушений какой-то. Да, ребят. Так, теперь я поняла, прыгаем вниз. Ну все, фактически это, можно сказать, в принципе, было пока что сложным самым. Пока. Мы ж типа не знаем, что дальше будет. Ну, точнее, знаем, как бы. Уже проходили все эту игру. Так, хорошо. Идем к третьей игре. Мы прошли музыкальную память. Прошли ударих обнимашечи. У нас осталась третья игра статуи. Надо ее запустить. Так. Да не ты. Вот я говорю, этот прицел меня подбешивает немножко. Почему своей-то рукой живой это не сделать? Да, я хорош. Так, погоди, я здесь забрала приз свой, золотую статуэтку. Да, походу забрала. Больше тут ничего нет. Немножко на игру Цыпленок Цыпа похоже, кстати, вот эта детская площадка. Ладно, идемте. Игра статуи. Так, нам нужно дверь самому к ней открыть. Так, я ее открываю, нет? Так, а что не так? Опять что ли рычаг дернуть? В смысле, а где? Ну, по идее, здесь. Опять пришлось в интернет заглянуть, вы уж меня простите, но я правда не поняла. Так, оказывается, двумя ручками надо взяться. Вот, вот как оказывается. Так, ну. Что-то отпустил. Давай тяни. Не то, чтобы я очень хочу туда идти, но надо. Мне это пи-пи уже подбешивать начало. Ага, наши новые персонажи, гусенички. Точнее, собака-гусенички. Так, Пиджей Пагопила по-английски. А по-русски Пиджей Мопса-гусеница. Мопс-гусеница. Мопсеница. Кому как больше нравится. Так. Голод учиться что-то типа. Голод знаний типа. О, здравствуй. Гусеница или мопс?
Я ползаю, что-то типа. Хочу, типа, несколько вкусных косточек. У тебя есть косточки для пиджей? Ну, только свои, разве что. Так, опять запитывать ребят надо. Ой, помню эту головоломку, ребят. Так. Ну-ка. Погодите, ребят, я кое-что помню. Блин. Так, ребят, погодите. Вот тут головоломка, я ее видела в интернете, но я уже не помню, как это делается. А чё он не цепляется? Типа пока не запитано, мы не можем уцепиться, что ли? Или как? Вот же я прицел навожу, он не хочет хвататься. Так, погоди, а сюда мы не можем пройти? А, это мы выходим, господи. Это мы возвращаемся. Так. Нет. Вот смотрите, серьезно, он не хватает, когда энергии нет. Так. Ну чего ты? Да, точно, видите, оно, видимо, подпитывается от этой штуки. Это сложнее, чем я думала, ребят. Ну-ка, еще могу взять энергию? Нет, все, если мы один раз взяли, то второй раз не можем взять. Так, а вот туда мы не можем, да? Нет, можем, смотрите, вот сюда мы можем. Погодите. Ну-ка. Ага, подождите-ка, ребятки. Ну-ка. Угу. Так, погодите, а почему я электричество не могу взять? Секунду, ну у меня же получилось только что. Нет? Может, так как-то надо сделать? Типа успеть? Погодите, я хочу посмотреть, что здесь. Ну, понятно, типа, запитать надо. Только не очень понятно, как это сделать. Так. Почему ты не хватаешься-то? Наконец-то. Фу, наконец-то, ребят. Наконец-то получилось. Я уже думала, опять придется в интернет лезть. Смотреть, типа, алгоритм, как делать. Так, ну и куда, типа, мы теперь идем?
Вперед. А, ну да, видите, у нас тут закрыто было. Так, игра статуи. О, здравствуй, мамаша длинноножка. Она нас уже поджидает. Так, плейтайм. Добро пожаловать в игру статуи. Так, реакцию будем проверять. Типа, правила просты. Свет выключается. Вы можете двигаться в это время. Когда свет включается, вы можете оглядываться. О, Пиджей ползет за нами. То есть, если он нас поймает, то игра окончена. Удачи. Хорошо. Короче, мы можем двигаться только если свет типа выключен. И, по-моему, если музыка играет, то мы тоже можем двигаться. Грустно, когда дети уходят, да? Так, видите, пока музыка звучит, и пока свет выключен, мы можем идти. Так, вот сейчас мы можем, видите, крутиться, но не можем идти. Так. Ой, ребят, это будет сложно сейчас. Ой, ребят, боюсь, я не пройду это испытание с первой попытки. Блин, я испугалась, ребят. А чё, в смысле? Или типа то, что он меня достиг? Ну, наверное, да, потому что он меня поймал. Так, просыпайся. Ну, ребят, вот это неожиданно было. Я чуть не ожидала. Думаю, я ещё такая подумала. Смотрите, я шевельнулась, но выжила. А фиг там. Да в смысле? За что? Или типа то, что догнал? Ой, ребят, я не пройду это испытание. Все. Это, как говорится, это фиаско. А можно как-то без колец этих дурацких? О, можно. Смотрите, так ведь проще, чем по кольцам этим дурацким прыгать. Тихо. Так. Так, легкий, средний, сложный. Так, вот здесь, ребят, должен быть статуэтка. У меня еще, ребят, мысли все про статуэтку. Да, вот она. Так, и где я? Ну, по крайней мере, как бы это. Решение нашлось проблемы. Так. Так, теперь, ребят, нам надо прыгнуть вон туда, где ручка желтая светится. То есть, видите, потому что дальше не пройти, там тупик. Если мы туда пойдем, он нас по-любому сожрет рано или поздно. Ха! Ну что, съел песик? Куда я отпустила? Давай! Все. Ха. Ну чё? Давайте посмотрим, что с ним будет.
как он, типа, выкрутится из такой ситуации. А он просто застрял, вы посмотрите, можем посмеяться над ним. Пока, песик. Спасибо, что поразвлекал нас. Но мне пора идти. Так, давайте проверим, тут что-нибудь есть? Может, тут что-нибудь есть, какая-нибудь статуэтка, а? Как думаете, ребят? Один шанс там, что тут есть статуэтка. Так, ребят, посмотрела я в интернете руководство, статуэтки здесь нет. Значит, мы можем спокойно идти дальше. Статуэтка будет дальше. А пока уходим. Ну да, ребят, мы немножко сжулили, скажем так. Куда-то ушел. Игра кончилась, ты выиграл. Розовое обещание. Типа, возвращайся, и мамочка даст тебе код. Обещаю. Я знаю, говорит, что типа игра сложная, но и ты проиграл. Вернись. Она хочет, чтобы мы вернулись. О, смотрите. Не любит, типа, когда играют нечестно. Все и так было очень просто. Возвращайся ко мне. Смотрите. Семья мамочки длинной ноги. Мамочка длинные ноги, папа длинные ноги и малыш длинные ноги. Видите, она нас ругает. Она нас ругает, и она нас ищет. Где мы? Нет, мамочка, мне надоело с тобой играть. Я ухожу. Так, у меня опять какие-то градиенты непонятные появились. Ну-ка, могу я их отключить? Так, погоди. Так, все. Видите, я поставила на низкие разрешения, зато у меня игра теперь не подвисает. И вот этих непонятных градиентов, или как это сказать, нету. Вот видите, у меня игра немножко подвисала, когда у меня высокое разрешение было. Так, погодите. А, нет, это я не вернулась назад, это я прошла дальше. Я думала, назад вернулась. Да в смысле? Давай нормально, прыгай. За нами эта мамашка сумасшедшая бежит. Так. Маленький роботик Буги. Буги-бот. Идем дальше. Угу. И здесь конфетный кот и кошка-пчелка. Спасибо за предложение, как-нибудь в следующий раз. Так, идем. Так. Сюда мы не пройдем. Сюда пройдем. Так, длинноногая мамочка. Осторожно, не проходить. О, игрушка Пиджея. Так, господа. А куда мне идти дальше, позвольте спросить. А, вон туда. Это как будто из колодца из какого-то выбираемся, да, ребят? Согласитесь. Так, проводочки. Угу. О, помню этот момент тоже из прохождения. Так, или не сейчас он еще будет? Так, две канистры. А, нет, вот он сейчас. Угу. Опять нам сейчас, ребят, надо решить головоломку. Так, водяной что-то типа этот. Угу, хорошо. Ну-ка. Тритмент. Что-то типа водяной фокус или как-то так в этом роде. Ой, можно пройти? Вот иногда ты можешь пройти, а иногда не можешь. Ну-ка.
Нам нужно туда попасть, ребят. Так. Попробуем пойти туда. Кот-пчелка. Угу. Так, лифт. Так, вот здесь наверху должна быть статуэтка Барри. Это тут. Вот она. Берем ее. Ну, бери. Бери статуэтку-то. А слушай, а что я ее взять не могу? Все, взяла. Так, лифт. Мы можем ехать вверх, можем ехать вниз. Короче, ребят, если вы не помните, то в первом эпизоде нам надо было взять игрушку в виде кота-пчелки. Ну, чтобы пройти дальше. А сейчас нам надо взять тоже игрушку. Но в виде зайца. В виде нашего кролика Банзо. Чтобы тоже пройти дальше. Так. Угу. Так, здесь, походу, нет их. Так, нам надо спуститься ниже. Нет, стой, да отпусти штучку. Так, еще ниже опускаемся. Так. Банзо-кролики, ребят. На всех банзо-кроликов хватит. Так. Угу, теперь нам, видите, они падают куда-то вниз, в пропасть. А нам надо, чтобы они ко мне упали. Ну-ка. Так, они опять падают куда-то в пропасть. Нет, стоп, отпусти. Теперь нам наоборот надо наверх. На этажом выше, скажем так. Так. Банзо-кролики падают, нам надо их спасти. А, не сюда. Там же наоборот наверх надо. Ну-ка. Так, вот они. Так. Угу. Так, это крайний этаж, ребят. Теперь видите, они опять падают в пропасть. Нам нужно теперь сюда их, чтобы они сюда падали. Так, давайте ко мне в ручки идите. Так, еще выше, значит. Ребят, извините, пришлось фиговое качество сделать. Хотя нет, давайте я все-таки сделаю среднее качество. Потому что, ну, как-то совсем неудобно. Медиум. А вот это я уберу, виньетку. Так, все. Ну, продолжаем. Ну, это все-таки так-то получше, а то видели совсем как-то все размытенько. Так, ну-ка. И вот сюда, чтобы они попали к нам. Все, в смысле, а куда вы едете-то? Вот. Ну-ка, теперь к нам они едут. То есть, типа, указать путь надо им. Ну, банзо-кролик, иди ко мне. А чё вы падаете? Давайте ко мне едьте.
Да в смысле, а почему они не падают-то ко мне? Может, нам надо еще ниже подняться? Может, нам надо его поймать? Мы не можем его поймать. Нет, можем, смотрите. Потому что, по идее, они должны как-то ко мне падать. Так, еще одного. Смотрите, мы сейчас их всех будем ловить. Ну все, ребят, я думаю, достаточно на этом. Так. Так, ладно. Теперь спускаемся вниз. Давайте посмотрим инвентарь. У нас должен быть кролик. Так, кот, кот. Да, вот. Игрушка Банза кролика. Больше трех. Ну ладно, одного сдадим. И еще у нас два останется. Для меня и для моей младшей сестренки как раз. Здорово, да? Все, пока, Банза кролики. Вот жалко, вот этих типа нельзя взять. А, это коробки пустые. Так, хорошо, теперь нам надо попасть. Дайте, ребят, вспомнить, куда нам надо попасть. Вон туда, видите? Вон туда. Вот туда нам надо поставить нашу игрушку. Так. Теперь нам надо тут правильно кнопочки потыкать. Во! Интересно, а зачем туда было идти? Так, игровая станция. Кто-нибудь знает? А, там, наверное, вообще закрыто. Типа нам туда не надо. Ну, ладно. Так, жертвуем одним кроликом. Пан за кролик. Это помните, никто не уходит без игрушки. Так, осторожно, не входить. Ну, нам придется его тут оставить. Пойдемте. Оставляем игрушку, у меня все равно с собой еще две в запасе. Так вообще можно было себе кучу набрать, сколько угодно. Ну, мы же не жадные, правда, возьмем одного. О, робот Буги. Маленький, милый, симпатичный роботик. Ну да. Так, красная кассета. О, она? Нет, походу не она, это просто деталька. Так. Так, теперь вот тут еще какая-то очередная должна быть головоломка. Так. Погодите-ка. А вот тут я что-то запуталась. Я, конечно, смотрела как бы прохождение всей игры. Но что-то вот этот момент я плохо запомнила. Тут тоже сейчас надо будет где-то поколдовать с дверями, но я не помню где. Угу, прошли. О, игрушечный конь.
А, мы не можем его собрать. Ну ладно. Так, я предлагаю нам закончить на этом моменте очередную серию прохождения игры Poppy Playtime эпизод 2. Если вам понравилось это видео, то вы уже знаете, что надо делать. Я с вами не прощаюсь. Увидимся уже очень скоро. Всем до новых встреч. Всем пока.